Вас врезался в рейсовый автобус. Без жертв, увы, не обошлось. ДТП случилось в воскресенье вечером на 19-м километре федеральной трассы М7. По предварительной информации Управления внутренних дел, водитель «Лады» 14-й модели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту 18С из города Владимира в поселок Лесной. После столкновения и автобус, и ВАЗ-2114 оказались в кюветах. Автобус, к тому же, врезался в дерево. В общественном транспорте обошлось без погибших, но в салоне были трое травмированных. Пострадал и пассажир ВАЗа. А вот водитель легковушки уже не расскажет, как оказался на встречной полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ, молодой человек 1996 года рождения, погиб. Пострадавшие – пассажир легкового автомобиля, а также водитель, кондуктор и пассажир автобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.